Также сегодня дебютный матч провел Алексей Агафонов. Леша, с победой тебя, спасибо, с дебютным матчем. Твои фирменные проходы, конечно, просто шикарные. Мне кажется, ни один вратарь даже в Европе такие проходы не делает. Соня, расскажи, как первый матч получился? Ну, честно, очень тяжело. Первый тайм был, так как Челябинск играл в давление, наседали на нас. Плюс они играли по ветру, много таких диагональных передач проходило. Но мы молодцы, перетерпели этот момент. Выстояли, на второй тайм вышли заряжены, играли друг за друга. Забили быстрый гол. То, что мы пропускаем, ничего страшного, мы будем над этим работать. На тренировках мы будем отрабатывать эти моменты, чтобы не допускать эти ошибки в играх. Спасибо большое болельщикам, еще хочется сказать, то, что они приходят, поддерживают нас. Ну и нашим атакующим игрокам за то, что они забивают голы, мы за счет этого побеждаем. Ну, знаешь, мне кажется, ты сегодня прям герой матча, потому что в первом тайме у тебя было 3 сейва. Если бы не ты, как бы, возможно, после первого там 0-2 могло быть, и потом уже все по-другому. Чувствуешь себя героем матча или все-таки командные действия больше? Да нет, я никогда себя героем не чувствую и не чувствовал, но потому что если мы побеждаем командой, коллективом, и ставить себя там на первые места какие-то не хочу. Спасибо защитникам, очень сильно помогли. Никита Гребенкин 2 раза из пустых ворот, считай, вытащил. А Сергей Владимирович, который уже на опыте там перехватывал мячи. Спасибо им большое, линия обороны, линия полузащиты, линия атаки. Все просто безумно хорошо сыграли, и мы победили. Я еще, знаешь, заметил перед тренировками всегда, когда ты приходишь за час, например, до матча, у тебя уже стиль игры поменялся, то есть и тренер вратарей у вас другой стал, и ты сейчас по-другому лучше стал играть. Ну да, как вот мы называем тренера вратарей, Саныч, очень хороший тренер. Я считаю то, что я с ним прибавляю с каждой тренировки. Он меня поддерживает всегда, и Саня Кабаев тоже спасибо ему большое. Тренируемся, отрабатываем моменты игровые, и за счет этого растем. Спасибо им большое тоже. В Кубке, скорее всего, будете против Металлургкаша играть. Что вы можете сказать про соперника? Ну, честно, я ничего не могу сказать, так как у них там вроде как новая команда. Ну, надеюсь, то, что будет хорошая битва и победит сильнейший. И хотел спросить про твои фирменные выходы, когда вот сегодня голы забивали. Мне прям понравилось, ты к центру поля бежал, поздравлял свои. Это твои, считаю, самые такие родные ребята. С детства ты, наверное, всех знаешь. Ну да, конечно. Да и плюс я живу футболом. Мне нравится, когда мы забиваем голы, побеждаем. Это выплеск эмоций определенный. Это только плюс, мне кажется, и плюс болельщикам, мне кажется, это нравится. Они как-то заводятся, там, могут посмеяться. Но мне тоже это нравится, только когда прибегаю в ворота, так. И сегодня еще, по-моему, Дмитрий Усов, да, тоже приехал поддержать вас, если не ошибаюсь. Честно, я не видел Диму пока что, но если он приехал, спасибо вам большое. Он тут, считаю, как игрок вырос, Магнитогорский, сейчас во второй лиге профессионально играет. Я очень рад за своего друга. Поддерживаем связь, общаемся. Очень сильно рад, что он пробился в Оренбург. Желаем ему только удачи, расти как футболист, и ждем в премьер-лиге его. Все, спасибо и удачи в следующих матчах.